Приветствую, друзья, с вами канал «Тренер в деле». Сегодня я немножко в непривычном виде. Сегодня я работаю врачом на соревнованиях на Кубке Архангельской области по армрестлингу. В общем, события обещают быть очень интересным. К нам из Санкт-Петербурга приехали очень важные и именитые гости, такие как Алексей Павлов, судья международной категории, и чемпион Европы по армрестлингу Виталий Калмыков. Поехали! Проходит чемпионат Кубок Архангельской области по армрестлингу. Дела у команды из ГУМУ идут отлично. Выступил в весовой категории до 100 кг. На обе руки занял первое место. Сейчас записался в абсолюточку. В принципе, возьмем кубок, как обычно. Немножко не порадовало выступление Анастасии Бельшевой. Проиграла, но тем самым, я думаю, будет ей хороший пинок и стимул, чтобы начать снова заниматься с большей силой. Также приехал Виталий Калмыков, напоминаю, чемпион Европы, записался на левую руку абсолютку. Короче, поборемся мощно, я чувствую, будет вот так.
Есть масса? Нет. Смотри. Поднимайся еще. Подписывайтесь на мой канал «Тренер в деле». Всем силы!